Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на студии я собрался записать звучание двух интересных инструментов. Это дудук фа и дудук соль. Вот. Эти инструменты – это индивидуальный заказ, довольно-таки уникальный по своему роду, так как в свое время, когда-то один раз я уже сделал два таких инструмента, это было где-то чуть больше года назад. Материал – иранская слива. В прошлый раз я записал видеоролик, и в Ютубе одному из подписчиков очень понравилось звучание этого дерева. Долго мы доставали заготовки, долго ждали, пока они приедут ко мне в мастерскую. Вот, инструменты получились клевые, классные, звучные. Оба инструмента изготовлены таким образом, что на них можно играть на тростях ля. Классические трости ля. Вот. Чтобы много про них не рассказывать, я просто вам буду демонстрировать их звучание. Начнем сначала с дудука соль. Я буду показывать звучание инструмента в трех разных тональностях. Первая тональность — это вот отсюда. Это классика, классическая тональность. Вот, потом минорная. Потом буду играть отсюда, это мажорная тональность, и от нижней ноты это минорная тональность. Итак, у дудука соль здесь у нас получается ля минор, соль мажор и отсюда ми минор. Вот, и чтобы долго не рассказывать, как я уже говорил, вот, включаю аккомпанемент. И поехали наслаждаться звучанием этих инструментов. Настраиваемся. Вот, все, настроено. Поехали.
меняю аккомпанемент. И будем продолжать слушать. Буквально секундочку. И теперь следующая тональность. Секундочку. Вот.
Вот такой вот дудук соль. Классный инструмент. За что я люблю свою работу? Так за то... аж дух перевести тяжело. Настолько сердце радуется от того, какой классный получился инструмент. Вот, каждый раз, как родного ребенка. Вот. Переходим к дудуку фа. Это еще одно чудо, творение. Я вообще дудук фа обожаю, потому что это реально медитативный, классный, низкочастотный музыкальный инструмент, на котором клево играть медитации, релакс, музыку. Ну и не только. Тут все зависит от того, что вы хотите получить от этого инструмента. Вот. Естественно, он для тростей ля предназначен. Начнем мы с классики. Это вот отсюда. Это у нас получается соль минор. Отсюда потом следующая гамма. Это у нас фа мажор. И от самого низа мы будем играть в ре миноре. Вот, сейчас я включу аккомпанемент. Вот. Настраиваемся. Thank you.
меняем аккомпанемент. Сейчас, секундочку, запущу. И теперь самая низкая тональность этого инструмента, тональность ре минор. Mm-hmm.
Такие вот медитативные, широкие, звучащие дудуки строя соль и строя фа. Уникальном дереве. Это иранская слива, еще раз повторяю. Цвет этого дерева сам по себе вот такой вот. Красивый, классный. Вот. Мягкое, бархатистое звучание. Это характерно для этого дерева. Вот. Всем хороших инструментов. Хорошего настроения. Любви, добра. Чтобы у вас всегда получалось то, что вы делаете. Чтобы у вас всегда было на это желание, вдохновение. Вот. С вами был Алекс Дудук. До новых встреч, друзья. Пока.